12 апреля – значимая дата для всего мира. В этот день, 62 года назад, человечеству была проложена дорога в космос. А имя летчика-космонавта, который совершил первый полет к звездам, узнали во всех уголках земного шара. В Люберцах этот праздничный день никогда не проходит без тематических мероприятий. Наша съемочная группа побывала на главной локации, связанной с именем Юрия Алексеевича Гагарина. Учебный корпус Люберецкого техникума имени Гагарина сегодня особое место притяжения. Студенты и преподаватели принимают поздравления и гостей. День космонавтики – одна из самых значимых дат для учебного заведения. Мы лучшие в космосе, остаемся до сих пор. И вот этот вот задел, запал, конечно, сотворили наши инженеры-конструкторы, конечно же, летчики-испытатели. И первый человек в космосе – Юрий Алексеевич Гагарин, первая женщина в космосе – это Валентина Владимировна Терешкова. Это история мировой космонавтики. И самое главное, что наш город к этому имеет непосредственное отношение. Рядом с техникумом Гагаринская аллея. Ее заложили в 1971 году. В разные времена почетные гости и известные личности сажали ели в память о первом космонавте. В этом году здесь появился кедр. Дерево выбрано не случайно. Олицетворяет позывной Гагарина в космосе. Это кедр. И это первое дерево от фасадного входа в наше здание. У нас есть направление подготовки ландшафтный дизайн. Ребята приходят, занимаются обрезкой, подкормкой. Всячески ухаживают. Еще одна традиция в день космонавтики – торжественное посвящение в Гагаринце. Каждый год 12 лучших студентов техникума получают заветные удостоверения и значки. Я очень горжусь этим, что у меня есть возможность учиться в таком техникуме. Гордость не только за возможность, но и за свою страну, что я могу учиться в том же учебном заведении, где учился такой великий человек. Торжественное мероприятие прошло в музее техникума имени Гагарина, который хранит ценные экспонаты, связанные с легендарным космонавтом. Хотя сами стены, где учился знаменитый первопроходец, уже можно считать исторической реликвией. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.